Вы согласитесь, если я скажу, что налицо коварство и обман? Нас подвели, обманули, обманули очередной раз, обманули весь наш народ, грузинский народ, обманули Грузию. Это разве порядочно? Это все еще мягко говоря. Я хочу сказать таким образом. Что касается срыва Сочинского соглашения, все оценки высказаны. И дело не в том, сколь сильные слова сейчас можно было бы употребить. Если вы каким-то образом хотите намекнуть на то, что в срыве этого соглашения замешана или участвовала Россия, российская сторона, то вы глубоко ошибаетесь. Наша совесть чиста. Мы спокойно будем продолжать смотреть в глаза нашим братьям из Грузии, из Абхазии. Я не делю эту страну и эти народы. Но если говорить о том, что произошло 16 сентября, когда были возобновлены боевые действия, то можно с полным основанием сказать, что и нас, представителей России в объединенной части, в объединенной комиссии по регулированию, нас действительно поставили перед фактом, а попросту говоря, обманули.